популярных продуктов у нас в магазине, не поверите, это магнезия. Обычная самая магнезия, но далеко не все знают, как ей пользоваться. Оказывается, у этого нехитрого продукта очень много способов использования. Но один из них самый популярный – это ванны с магнезией. И сегодня я покажу вам простой рецепт, как сделать так, чтобы это было не только полезно, но еще и красиво. Потому что красоты как раз этому продукту немножко не хватает. Для этого мы берем пакет с полукилограммовой магнезией и немножечко насыпаем в стакан, примерно полстакана. В магнезии могут встречаться комочки, потому что этот продукт активно впитывает в себя влагу. Но они просто разбиваются ложкой в стакане. Если он вам встретился, просто разомните ложечкой. Сейчас я возьму пигмент косметический малиновый и насыплю небольшое количество его в магнезию. Нам нужно сделать этот продукт симпатичнее. Конечно, сюда можно добавить отдушку, сюда можно добавить эфирное масло для пущего эффекта. Но сегодня я вам показываю только эстетическую сторону. Так для чего же нам нужна магнезия? Магнезия в первую очередь нужна для того, чтобы расслабить мышцы. И еще одно важное предназначение магнезии – это эффект, во-первых, жиросжигания, а во-вторых, эффект подтяжки кожи. И после тренировок она то, что нужно. Итак, насыпаем магнезию окрашенную в баночку. Ну вот, мы насыпали половинку магнезии. И заполняем остальную часть бисером для ванны. Это даже целая цветотерапия в условиях затянувшейся зимы и не такой быстрой весны, как хотелось бы всем. Вот, мы получили вот такую баночку с магнезией и бисером для ванны. Я предлагаю украсить ее с помощью новой бирки, которые у нас пришли. Например, захотели вы кому-то сказать спасибо за то, что они вам помогли, или просто за то, что человек есть. Мы привязываем вот такую вот красивую бирку к нашему десерту. Быстро, просто.